Ни скот среди скота – коза, ни зверь в зверях – еж, ни рыба в рыбах – рак, ни птица в птицах – не топырь, то есть летучая мышь, ни муж в мужах, кем жена понукает, ни жена в женах, если от мужа блудит, ни работа в работах под женами повозку возить. Дивнее дивного, еже кто жену возьмет злообразную выгоду ради. Видя жену безобразную, приникшую к зеркалу и мажущуюся румянами, скажи ей: не смотри в зеркало, видя неприятность лица твоего, еще большую печаль обретешь. Тогда уж лучше мне вола бурого вести в свой дом, чем злую жену взять. Вол хоть не говорит, ни зло не замышляет, а злая жена, будучи битая, беснуется, будучи смирной, заносится, в богатстве надменность обретает, а в бедности других порицает. Что есть жена злая? Пристанище ненадежное, кощунница бесовская. Что есть жена злая? Людской мятеж, ослепление уму, зачинщица всякой злобы, церкви бесовская пособница, предпотворщица греха, преграда к спасению. Так вот, если муж смотрит на красоту жены своей и на ее ласковые речи, а дело ее не проверяет, то дай Бог ему лихорадкой болеть, да будет он проклят. А потому, братья, распознайте злую жену. Говорит жена мужу своему: господин мой и свет очей моих, то есть с лестью говорит, не могу я на тебя смотреть, когда обращаешься ты ко мне. Когда гляжу на тебя, то все и обмираю. Послушайте, жены, слова Павла, апостола говорящего. Крест есть глава церкви, а муж жене своей. Вот как крест является главой церкви, точно так же муж является главой семьи и поэтому является и жене своей. Жены церкви стойте же, молясь Богу и Святой Богородицу. А чему хотите учиться, то учитесь дома мужей своих. А вы, мужья, по закону обходите с женами своими, поскольку нелегко найти хорошую жену. Рачительная жена – венец мужу своему и благополучие. Рачительная жена – венец мужу своему. А злобная жена – горе лютое, разорение дому. Червь дерево точит, а злая жена дом мужа своего истощает. Лучше в дырявой ладье плавать, нежели злой жене тайны поведывать. Дырявая ладья одежду замочит, а злая жена всю жизнь мужа своего погубит. Лучше уж камень долбить, чем злую жену учить. Железо расплавишь, а злой жены не научишь. Злая жена ни наставления не слушает, ни священника не почитает, ни Бога не боится, ни людей не стыдится. Во всех укоряет и всех порицает. Кто злее льва среди четвероногих, и кто змеи лютие среди ползущих по земле? Всего того злая жена злее. Нет ничего на земле лютей женской злобы. У некого человека умерла жена. Он же после помина к ее начал детей продавать. И люди сказали ему: почему детей продаешь? Он же ответил: если родились они в мать, то, став взрослыми, меня продают.